Петр Зиковица – российский актер театра и кино сербского происхождения. Об артисте журналисты пишут, что у него сербская кровь, американская школа, русская история и вселенская грусть. Актер – любимец режиссеров, создающих мелодрамы. Высокий рост и стройная фигура Петра способствуют этому. Актер не любит говорить о сокровенном. Личная жизнь Петра Зиковица надежно скрыта за 7 замками. Известно, что актер разведен. Бывшую жену Петра зовут Екатерина. Она работает педагогом, пишет книги для детей. В этом браке родились дочь Софья и сын Захар. Супруги развелись, но Петр связь с наследниками не потерял. Девочка увлекается плаванием, мальчик учится играть на трубе. Нередко отец берет ребят на съемки. Сейчас артист не одинок, но имя своей избранницы скрывает от репортеров. Объясняет это Петр тем, что уважает личное пространство своей избранницы. По словам Зиковицы, его девушка – удивительная личность. Артист называет ее современным художником, лингвистом, балериной, остеопатом и музыкальным продюсером. Эти и многие другие таланты органично сочетаются в ней. Под именем Петра Зиковицы ведется аккаунт в Инстаграме, но здесь не часто встретишь новости из его творческой жизни. На страничке появляются рабочие фото актера, кадры с друзьями и коллегами. А вам нравится этот актер? Пишите свои мысли в комментариях.